Здравствуйте, друзья! С вами Александр Пчела. Сегодня 29 марта. Температура в тени 20 градусов тепла. Пасека с самого утра как будто взорвалась. Тысячи пчел устремились на взяток сывовых. Вся пасека гудела, как будто выходило несколько роев. В пчелиных семьях остались пчелы только на расплоде, все остальные стремились на медосбор, как будто чувствуя, что завтра снова испортится погода и взяток прекратится. В первом случае это пчелы работают в улье Федорченко, во втором случае улей Озерова.